Привет, друзья! С вами Андрей Сунко, это новый выпуск «Съедобный бизнес». Сегодня мы посещаем ресторан «Хички». Современная модная индийская кухня. Я, например, никогда не был в Индии, и благодаря таким местам я могу узнавать новые вкусы, новую культуру и новые страны. Давайте ощутим себя в шумном городе Мумбаи и откроем двери этого ресторана. Пойдем! Интерьер продуман до мелочей. Думаю, что на кухне такая же история. Шеф-повар приготовил нам несколько фирменных блюд, которые обязательно сейчас будем пробовать. Так что перемещаемся за столик, не переключайтесь. Мне очень нравится, как выглядят их тарелки и приборы, потому что они реально выглядят, как будто это какие-то пластиковые черные приборы и какие-то обычные тарелки. На самом деле очень классный материал и приборы металлические, они только выглядят черного цвета. Вот, класс, мне нравится. Давайте пробовать. Очень прикольный сыр. Что мне нравится в индийской кухне, они умеют заменять продукты своими вегетарианскими штучками. И вот этот сыр, он по вкусу как какой-то итальянский проволоне, но на самом деле это похоже на соевый сыр. Очень вкусно. Chef, what is it? This is a prawn chai pan. Prawn chai pan, basic butter garlic toasted prawns, creamy prawns, served on parmesan basket. Garlic, wow. Oranges. Some orange, Malta. Parmesan shavings. Some microgreens. Окей, very nice. Корзинка из запеченного пармезана, креветки в чесночно-индийском соусе, айоли с добавлением индийских специй. Все это посыпано кусочками апельсина и пармезана. Интересное сочетание. Сейчас будем пробовать, что это такое. Thank you, chef. Yummy. Пробуем. Ну, честно говоря, это больше какое-то итальянское блюдо, чем индийское, потому что, в принципе, никаких специй сильно не слышно. И креветка теплая, проваренная, такое приятное послевкусие сливочного соуса, которое переносит нас в Италию, не в Индию точно. Ребят, хочу вас познакомить с творцом этой всей вкуснотищи. Это шеф Санджей, который, в принципе, и
основал непосредственно этот фьюжн концепт в Мумбаи, он не является владельцем этого ресторана, а непосредственно шефом-идеологом этой кухни. И так как эта сеть насчитывает уже 5 заведений, 4 в Индии и 5 в Дубае, то он был у истоков этого проекта и сейчас развивает его в Дубае. Шеф Санджей, it's a pleasure meeting you. Thanks for coming and greeting us. What's next? This is Dampuk Aranchini. Okay. Yeah. What is this? Explain, please. This is dal makhani and rice, the biryani base bowl, and this pupaki on the top. You see? And do my serve on the micro grill. Thank you. Ребята, у нас тут начался нереальный деконструктивизм, еле выговорил это слово. У нас на тарелке сейчас находятся боллы из риса бирьяни, чечевичный дал дип и рисовые палочки, как в детстве мы все любили есть. Он the top, как говорится. Индусы на самом деле любят очень всякие вот эти няшки, всякие кранчи, штуки, они добавляют это везде, поэтому даже в фьюжн топ-левеле, куда же без них. Будем пробовать. Чувствую, после такой еды она вроде бы вегетарианская, но очень калорийная. И после этого мне приходится продолжать работу на дорожке ежедневно с утра до вечера, чтобы хоть как-то приводить себя в форму. Ну что, погнали, пробуем. Интересно. Дал с довольно таким насыщенным вкусом, с специями, островатыми специями, чувствуется масала, рис с какой-то лимонной сырной заправкой внутри, потому что сразу же идет баланс цитрусовых. Ну, в принципе, очень даже, всем советую. Следующее блюдо, вперед! Вау, 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 вот эта презентация, смотрите, как выглядит. Шеф? Hello, sir. This is bao butter chicken and some rice bao and Indian filling is butter chicken and top on the cheese link and kesune. This is 3 sauce. Okay. This is mustard sauce and peanut butter and sesame. This one is soft and chopped and deep. Okay, great, thank you. Значит, это бао булочки, всем известные, да, как говорится, но никогда не пробовал их с начинкой из chicken butter. Chicken butter – это классическое блюдо из курицы и индийской заправки с добавлением кэшью. Давайте смотреть, что получилось. На качельках прикольно сделали ребята. Not bad, not bad. Очень круто, это блюдо сочетается с этим горчичным соусом. Я так понимаю, это перетертая горчица. Очень круто. Вообще вау. Кстати, хотел сказать, что ни в одном индийском ресторане вы не найдете обычный овощной салат, либо что-то такое простенькое, потому что они постоянно едят острую пищу, и, соответственно, их рецепторы не воспринимают такую очень базовую еду с базовыми вкусами. Поэтому в принципе, даже в вегетарианских ресторанах у них принято
постоянно что-то запекать, жарить и добавлять очень много специй. Вот так. Ну что, мы продолжаем наш репортаж с ресторана «Хички». Мы переместились на бар, и сейчас ребята будут удивлять нас своими фирменными коктейлями. Погнали пробовать! Ну что, дорогие друзья, я думаю, что еще пару таких коктейлей, и наша передача закончится где-то в середине. Раз, два, три, заряжай! Ребят, на самом деле я кайфую от этих подач. Очень прикольно, смотрите, как в детстве, рогаточка вам, все как положено. И хрупкие стеклянные трубочки. Пробуем. Вау, очень такой рефреш. То, что надо, в плюс 45. Советую. Да, уже заканчиваем, буквально 5 минут, дай мне еще 5 минут, и мы выезжаем, да, давай, до встречи, пока. Ну что, друзья, подошел наш выпуск к концу, надеюсь, вам нравится такой формат коротких обзоров, если да, то обязательно поставьте лайк, кто еще не подписан, отмечайте колокольчики, подписывайтесь на канал «Съедобный бизнес», пишите ваши комментарии, какие вам нравятся заведения, мы обязательно туда попадем. Всех целую, до скорой встречи, пока.